Друзья, вот еще один парк, но только уже парк дружбы, называется Волгоград-Баку. Вот, мимо проходили, обошли тот парк, в котором сейчас находились, в парке центральной культуры и отдыха. А тут другой парк, уже конкретно на тему вот такой дружбы Волгоград-Баку. Гейдар Алиева. В знак дружбы между российским, русским и азербайджанским народом. Ну что ж, вот так вот, со всеми, так сказать, панорамами, фотографиями, бюстами. Ну это уже, да, это война, кто воевал конкретно, вот, типа пьедестальчик. Город-герой. Вот все фотографии, какие есть. Герои Великой Отечественной войны. Да. Ну, если Волгоград-Баку, это все, которые связаны с Азербайджаном, да. Это видно. С этой стороны наши. Вот фотографии, которые... А вот там, с той стороны, там уже конкретно Азербайджан. А, вот, Василий Сергеевич. Да. Ефремов. Здесь Ефремов, а здесь Асланов. Да, да, да. Вот, видите. Кстати, у нас есть улица Ефремова. Ну, конечно, как же. Да, конечно. В честь него, наверное, названа. Вот. Дружба и братство на века. Так. Так что это парк уже другого типа. Собьем, блин. Лавочки здесь. Вот, смотри. Фонтан не работает, еще не запустили. Медвежонок какой-то, или что это такое? Медвежонок. Какой-то... Вот талисман. Фонтан сегодня пока не работает, может еще рано, Катя. Он может в мае запустит. Кажется, на майский праздник. Конечно. А сейчас еще пока рановато. Вон беседки там. Вот. Это парк уже еще один. Так что так. Два парка здесь. А, он шел как-то параллельно тому, мы эти дома-то видели. Смотри. Да, только немножко дальше туда. А здесь вот он еще параллельно, что ли, этот парк. Не пойму, параллельно, что ли? Ну, наверное. Подожди, где колесо обозрения? Ой, оно вот у берега там, да, только оно ближе. Центральный парк, он ближе к Волге. А этот как бы чуть-чуть в стороне, подальше. Да. Ну, здесь тоже очень хорошо. Все так сделано. Можно. Это что за растение? Туя, что ли? Туя. Ну, посмотри. Ну, вот здесь она очень зеленая. Да. Так. Нефтяная вышка. А вот мороженое. А, вот, хочешь? Помнишь, как точно вот такой же киоск Пятигорск стоит? Вот только точно такой же. Ну, написано мороженое. Пятигорское мороженое. И всякие здесь мороженое. Любые, какие захочешь. Да, да, да. Вот. Тоже такие. Видишь, они с шоколадом, нормально. Но они же с пальмовым маслом, да? Да, я не знаю, но все... Тогда я считаю, Пятигорск так же. Но мы же ели. Ну, ели, да. Освежиться хочешь? Ну, пока не хочу. Идем. Не желаешь. Нет. Мимо мы проходили, помнишь? Вон там, вон там. Ну, он параллельно. И как раз вот это вот была башня вот эта. Мы видели. Только мимо парка мы прошли. Мы вон по тому шли. По той территории. По той территории шли. Вот по той территории вот там. Два парка рядом друг с другом.
что-то нужно. Девичья башня. Девичья. Является символом города Баку. А, вот как, это в миниатюре, так сказать. Архитектурный стиль строения. Понятно. Понятно. Что? Мы там уже были. А, ну мы там уже были. Все. Там пошли уже были. Да. Да. Ну, считай, сталинский. Мемориал, да. Вот. Ну, ладно. Теперь, да, следующий серии.